5 северодвинских медработников признаны лучшими в регионе. В Архангельске подвели итоги двух конкурсов. Лучший врач года и лучший специалист со средним медицинским образованием. О лучших врачах Северодвинска репортаж Евгении Карельной. Лучший фельдшер региона Наталья Кожевникова спасает людей 34 года. За 12 часов смены около 8 вызовов. Перед каждым необходимо проверить комплектацию укладки для оказания помощи. В этом чемоданчике всегда должно быть более 100 жизненно важных лекарств с неистекшим сроком годности. В семье Натальи Кожевниковой целая династия врачей. Ее мама была медсестрой, сын работает терапевтом в первой поликлинике. Наталья Кожевникова первая в Северодвинске провела тромболитическую терапию. Ее оказывают пациенты в прединфарктном состоянии. Помните первого пациента, кому вы провели? Я его помню, ему 48 лет, но фамилии, к сожалению, не помню. Мне его привели, помощь мы оказывали в машине скорой помощи. Это было утренние часы. Мужчина пришел на работу, и вот с ним случился вот этот приступ стенокардии, а затем развился инфаркт миокарда. На скорой мужчину доставили в медсанчасть, он выжил. Наталья Кожевникова победила в областном конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Сейчас медику есть к чему стремиться и на кого равняться. Сегодня старшего фельдшера скорой помощи Ольгу Попову наградили почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это высокая награда, далее только медали и ордена. Она подразумевает льготы по всей России. В моем подчинении находится достаточное количество сотрудников. Вот надо распланировать график работы. Достаточно дружный коллектив. У нас работает совет фельдшеров. Я являюсь его председателем. Ну и всю работу, какая проходит, как бы всем делаем все вместе. Люди понимают, что от них требуется, и выполняют свою работу. Сегодня в Архангельской области работают более 30 тысяч врачей, медсестер, фельдшеров. В канун профессионального праздника медработников отметил и глава города Михаил Гмырин. Благодарственное письмо от депутата Госдумы получила главврач роддома Елена Арасланова. Почетные грамоты и благодарности администрации Северодвинска получили четверо врачей. Среди них анестезиолог-реаниматолог первой горбольницы Павел Лемехов. В этой должности мужчина работает 26 лет. Его пациенты либо в коме, либо без сознания, и многие своего врача не знают. Много с ним приходится работать, много тратить физических и моральных сил. Но когда все хорошо, когда человеку становится легче, получаем большое удовлетворение от этого. Иногда приходят, благодарят. Но чаще приходят родственники. На встрече с главой города медики отметили чистоту Северодвинска по сравнению с областным центром и оперативное реагирование служб ЖКХ на все ситуации. Они просили мэра поблагодарить на ближайшей планерке ответственных за ЖКХ. Похвалы заслужила и скорость ремонта дорог. Где не будет произведен ремонт, замена асфальтового покрытия, там мы ямочный ремонт все равно выполним. Поэтому то, что касается по юбилейной, сейчас работы идут, там, кстати, объем очень большой. Большой. Вот, да, поэтому сейчас вот по железнодорожной тоже будет, тоже ремонтные работы будут проведены. Ну, идет уже, да, то есть уже асфальтирование идет. Свой профессиональный праздник медики отметят 18 июня, и многие встретят его на работе. Евгения Карелина, Владимир Богомолов, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска.